Всем привет! Заждались, наверное. Сегодня мы посмотрим Mazda 203 от автоистории, но прежде чем посмотрим, я хочу вам показать дополнение на Икарус, Лиаз и Лаз. Дополнение в виде дисков и колпаков на эти масштабные модели автобусов. Вы видите у меня на столе. Это моя фотография. Мой пост с фотографией ВКонтакте, в группе канала и на самом канале вызвал некий интерес. Все спрашивают, где все это приобреталось. Ребят, все допы я беру на Unamagi или Модель Кари. Не вижу смысла давать ссылку, я там уже все вам отписал на канале. Ну и давайте посмотрим, какие у меня диски. Писали, что я скупил все диски. Да нет, ребят, это не так, но Unamagi продаются и поштучно. Правда, сегодня я не проверял. Там, по-моему, один диск стоит 50 рублей. Так что заходите, смотрите, возможно, еще есть. Кстати, вот эти вот два набора у меня еще остались. Еще я заказывал, когда первые карусы дорабатывал. Но я их еще не доработал, они так еще все зависло. Времени нету. И вот приходится наверстывать. Здесь вот я заказывал, последний мой заказ, это вот два комплекта бежевых дисков, два комплекта белых и два комплекта черных. В этот раз мне еще пришли вот колпаки белые. Это не смола, это пластик. На пластике, кстати, вот они лучше отштамповались, чем вот, например, еще вот с прошлого раза заказывал на смоле. Видите, они немножко другие. Хотя, может быть, это и модель колпаков другая. Я их ставил на Икару 180. Заказывал два комплекта. И вот у меня остались два задних колпака. И совсем недавно я заказывал лазовские колпаки. На 695-й лаз. Я сначала хотел на 699-й R-ку. Думаю, нет, так тупо смотрится. Я решил поставить... На 699 поставлю ступицы. Вот эти. Ну, на ЛАЗ тоже ставились лиазовские ступицы. Передние. Рабовские мосты. На ЛАЗ 4202 тоже такие ступицы шли. Так что, если что, кому надо. Да они появятся еще. Не надо тут ничего. Кипиш никакой наводить. Все еще будет. Декалик, кстати, Софтрансавто я не нашел нигде. На Икарус 250, на журналку. Вот, и вот у меня остались ступицы от советского автобуса, от Икарусов, от Лиазов. Вот. Вот они. А вот эти вот у меня ступицы я брал на КамАЗ, на модель Кари. Поставлю, наверное, на 65-115. Ну, не знаю. На какой-нибудь КамАЗ поставлю. Вот. И с прошлых заказов, на какие карусы я оставил, у меня остались задние ступицы 4 штуки. Не знаю, может быть, тоже куда-нибудь применю. А сейчас давайте смотреть автобус. Автоистория Mazda 203. Вот в такой коробке он продается. Узнаваемая коробка бело-зеленая. Вот информация производителя, если кому-то надо, вот смотрите. Открываю, смотрим. Смотрим модель с вами. Цвет ярко-желтый, такой лимонный. И давайте начнем, наверное, с нижней части. Вот это вот все, это пластмасса, ребят. Имитация, скажем так, средняя. Задняя подвеска. Есть брызговички. Ну, они такие жесткие, не похоже, что это резина. Жестковатые. Имитация ферм нижней части. Впереди тоже подобие грызговиков. Тоже они жесткие. Передняя подвеска тоже, смотрите, имитация балки, рулевых тяг. И знаете, что у него колеса передние не зависят друг от друга. Вот. Ну, в принципе, здесь все. Единственное, что удручает, почему такой черный глянцевый цвет. Странно. Ну и давайте посмотрим уже кузов, внешность масштабной модели. Металл, пластик.
Но кузов, мне кажется, у него слабоват. Обратите внимание, в отличие от классических автобусов, у него большие стеклопакеты, потому что автобус низкопольный. И у него такие вот тонкие стойки. Создается впечатление, что, блин, можно сломать эту модель. Ну, если аккуратно обращаться, ничего не будет. МАЗ 203 в Тольятти у нас их не применяли. То есть они у нас пассажиров не возят. Но приходил в белом цвете, если мне не изменяет память, в 2014 году. Я так понял, давали на пробу. Но я его, к сожалению, не видел на маршруте, хотя он был. Ну, может быть, просто внимания не обращал. Обратите внимание, колпаки на колесах. Внешне все соответствует МАЗу 203, но это не ССМ, ребят, поэтому упрощение здесь тоже у нас присутствует. Обратите вот на боковые габариты автобуса. Отлиты они с кузовом, просто прокрашены оранжевой краской. Давайте посмотрим переднюю часть. Ну, есть маршрутоуказатель, вполне узнаваемый автобус МАЗ 203. У нас в Тольятти ходят в основном МАЗы 103, волгобасы. Недавно пришли метановые ЛиАЗы, 50 штук. На следующий год нам обещали 22 троллейбуса. Посмотрим. Зеркала, ну, они мягковатые, но все-таки они жесткие. Сломать можно, тоже аккуратно обращайтесь. Также вот и зеркало с водительской стороны. Дворники пластмассовые, немножко вот у меня, видите, он погнутый. Остальное вот с передней части, имитация фар, по-моему, прозрачный пластик. Да, это именно так. Имеется у него под госномер вот такой вот выделенный прямоугольник. Отлит он тоже с кузовом, шильдик МАЗ. Посмотрим другую сторону. Не знаю, мне вот захотелось, загорелось, думаю, надо купить. Должен быть такой автобус, модель неплохая. Не знаю насчет стоимости, завышена она или нет. Она в районе 5000 стоит примерно, там 4 с чем-то. Но моделька тоже имеет место быть и должна быть в коллекции. Если кто-то собирает, скажем так, автобусы, да, истории автобусов. Ну вот, вы можете обратить внимание, видите, здесь вот они просто прокрашены. А так внешне вообще сделано хорошо. Имитация разных вентиляционных решеток, лючков. Даже вот есть имитация подобия пластиковых ручек на лючках. Ну и смотрим заднюю часть, ребят. В задней части тоже смотрю. Вот я его беру, видите, он у меня сжимается весь. То есть аккуратнее надо быть. Ну и, конечно, лучше в перчатках. У меня, к сожалению, нет. Я потом свои отпечатки сотру с него, уберу в коробку. Вот смотрите, какая задняя часть. В этой части расположен двигатель. Ну, она, это, по-моему, пластмассовая накладка вот эта. Вот тоже вот задние фонари в виде прозрачного пластика, окрашенного в соответствующие цвета. Ну и посмотрим с вами, посмотрим вверх. Наверху, как мы видим, имеются люки, они из пластика, ребят. Имеется система кондиционирования, тоже пластмассовая. Все здесь прокрашено серебристой и черной краской. И вот имитация выхлопной трубы у автобуса. Вот. Ну а в целом модель, не знаю, мне нравится. Давайте посмотрим, попробуем заглянуть в салон, что у нас там. Посмотрим салон. Как вы видите, салон окрашен такой в светло-серый цвет. В салоне мы можем наблюдать поручни желтого цвета. Имеются ручки открывания люков на крыше. Посмотрим салон сбоку, внутри. В отличие от автобуса МАЗ 103, если я не ошибаюсь, 203 МАЗ, он полностью низкопольный. Но в принципе салон примерно одинаковый у него, что у 103, что у 203. Вы сами можете это наблюдать. Тем более, если у кого-то они в городе есть, вы точно это знаете. Давайте посмотрим, что у нас в кабине.
А в кабине у нас есть даже имитация спидометра всех приборов. Видите, да, имитация выключателей. Модель неплохая, друзья. Заглянем на место водителя через переднюю дверь. Посмотрим также накопительную площадку. И посмотрим также заднюю часть, ребят. Видим шкаф, за которым установлен двигатель. И есть задний ряд сидений. Из трех сидений состоит он. Сравним габариты автобуса современного Mazda 203 и автобуса Icarus от журналки Icarus 250-59. По длине они одинаковые, но Icarus он повыше. Тоже давайте мы с вами это посмотрим. Специально показываю габариты, возможно, это кому-то будет интересно и важно. Поэтому вот смотрите, масса он поменьше, поменьше ростом. И, по-моему, даже пошире, чем Icarus. Ну, вы все это видите сами. Сегодня мы с вами смотрели масштабную модель автобуса Mazda 203 от производителя «Автоистория». Ну, выскажу свое мнение, ребят, если кому-то это интересно. На мой взгляд, вообще по моему мнению, мне кажется, не очень-то хорошо берут, разбирают эти автобусы. И мне кажется, незаслуженно. Модель действительно очень хорошая. По-моему, выходила от ССМ, если я не ошибаюсь. В руках ее не вертел, как говорится. Сравнивать не могу. Ну, от «Автоистории» тоже очень неплохая модель, и она достойна быть в коллекции. Я никого не агитирую, покупай там. Это ваше, конечно же, дело. Поэтому показываю вот вам свое мнение, показываю модель. А что и как вы сами решите для себя. Они везде в продаже есть, на любой сайт зайдите, они везде есть. Это и Ritmonix, Модель Car, Unamag. Возможно, цены отличаются, по-моему, на Car 43 тоже они есть. Кстати, вот Икарусы разбирают как пирожки. Я вот хочу еще один купить. Не знаю, достанется мне или нет. Но в планах то, что хочу юбку у него покрасить в слоновую кость. Никто еще в такой схеме окраски не красил междугородние Икарусы из производителей масштабных моделей. И мне хочется вот именно слоновую кость, чтобы юбка была и колеса. Ну, как вот было там представлено на фотографии. На картинке также я хочу в этом месяце постараюсь вам показать еще одну сборку какого-нибудь автомобиля. Не знаю, пока еще определиться не могу, вы напишите в комментариях. Ну а так, сборки планирую собирать как и новые, так и старые наборы от AVD Models. Это в январе месяце. Со 2 января я ухожу в отпуск и там уже буду заниматься чисто моделями. На улице зима, не хочется никуда идти. Ну, по большому счету, в городе у нас, когда снегопад, сыпет песок, засыпает песком. Короче, ну, портит все настроение. Ходишь по этому, по песку, по этой грязи, блин. Поэтому, наверное, буду сидеть дома, заниматься моделизмом. Вот. Ну, а вам, если хотите ссылку, да хотя зачем она нужна, все и так знают, где они продаются. Сайты я вам перечислил. Увидимся с вами на канале, в группе, конечно же. Показывайте, кто приобрел. У кого-то, может быть, белый, красный есть такие автобусы. Выкладывайте в нашу группу. Будем смотреть, любоваться, обмениваться мнением и опытом. На этом все, друзья. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всем здоровья, всем удачных покупок модельных, конечно же. Всем счастья. Всем пока. Увидимся обязательно.